За танки там. Танк Фикси. Это вот там веселочка и блин, веселочка с Пегаси протокол. Выбор по их ПГ. Блять. По ЕП. О, блин, по ГП или. Да. Что-то я забыл вообще. Да. Веселочка. Я вообще-то зевал. Уже башка от наушников болит. Альтей, у тебя баф или все? Дают Фростам рулить этот выбор или нет? Я не знаю. Его у нас, по-моему, всем дают ролить. Если напишет, то ладно, не. По-моему, его всем дают ролить, потому что драма всем на ГВП. За ГП там. Пишите, что на ДД ролите, ролите будут. Первый танч от Фивс. Под третий стак там Белин или Веселочка, дайте на него каплю. Потом второй Белин. Рядом. И рост сразу с пола. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Сейчас на него каплю. Давай, Грин, забирай. Дай на него этот бок на Фипсе. Давай, Веселочка, забирай теперь ты. Веселочек избери. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами. Так, это Бадрига правого, левого Белин пускай. Забирай на веселочка, беги по рейду. Не стойте под мордой. Место. Так, ничего страшного. Так, беги еще. Кера, можешь снять баблу. Можете там на ману спить. Подводи. Пойди там нужно. Блин, уже танчит, потому что просто там иначе еще на кого-то токсин повесить. Заберите кого-то. Сейчас я просто рву. Ой, Фифс, лови. Вместо коня лед. Лед.
Нет. У нас Белин, даже сокруг когда он прыгнул в центр. Давай сейчас. Снимайте прессу, прожмись. Пипс, прожмись. Сейчас веселочка, твоя следующая сакра, когда он прыгнул в центр. Рано еще. Давай, прожимай. Пойтись, но прожмись, Фифс. Пробуйте рецепт. Отключи эту фигню. Верьте. Пробуйте трофей. Вас убить не успели, Ваня, АФК же. Я тут. Чё я АФК? Надо он выключить. Он спамит. Надо кому-то что-то с боссом. Плащик. Мне срез, пожалуйста, плащик. Там я веселочке отдал кинжал, потому что я не могу такой взять, у меня такой же. У него просите, все остальное я себе буду. Дайте тебе масбаф, там падал хант, кто еще падал, это уголы и маг, по-моему. МК там перевесить. Вот столик. А. Да, кстати, веселочка, спекайся здесь, Фредрика. А теперь, смельчаки, на этого босса. К ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопадом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство!
Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона. Надо подождать. Первый портал, захилим Тлялпич. Придешь пойдет босса. Джулиана захилим. Беги. Сокса захиливайте. Сбыть вулканы одновременно стаки на бусе. Там сад. Пойдите в стаки и играйте по вулканам все. Надо Айсакру. Черти отдайте, захиливайте их Мелисунели. Добейте инферналов. Дарик под боссом. Так, я же люблю тебя. Хиливайте. Играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет трофей. Подлые собаки Альянса, вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише, успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Ты запустили? В следующем бою вы встретитесь... Так, да, давай, веселочка в танках. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Хорошо, давай, Лемри. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Твой варс у меня тут забыл. По славу Альянса, герои, бои. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Энх. Петян. Пол тогда ходит, да? Так, ну мы можем тремя танками потанчить и первого мелика слить. Давайте пороги сыграем. Четыре. Ну, я говорю, если четыре мелика, то троих танчу танки, а первого мы сливаем просто первого, правильно? Ладно, давай в танки. Идея, лок все время кастит под себя и... Да, она сбивается легко, вообще любым. Давай спекайся в танк, я же люблю тебя. Сейчас я буду писать, потому что я все время забываю, кому я что назначаю. Так, Фивс, давай на Энхе. Роме, дай Рогу, как самому скилловому. Давай, я же люблю тебя, Рогу. Дальше веселочка. Вот там Вара. И
Белиндека. Играем первого Хлока, да? Давай, Хлока. Хлока. Звездочка. Том. Ну, Ханта, наверное, потому что он стреляет. Помогу. Потом Приста. Звездочка, потом Кружок, потом Ромбик. Некрономика, притянешь в рейд Локу сейчас? Так. Ваня, как огурчик. Да, так, запускай, готов, как всегда. Пойдем. Некрономика, тяни сразу Лок в рейд. Поговорим Россу. Так, дальше по кружочку. Все бегут. Какого ему давай? Кружок, потом ромбик. Там опять кружок. Куда играете потом в кружку. Захиливает, успеть ему каст или контроль. Теперь по ромбику. Выйду. Давайте по шаману теперь. Ромбик.
теперь по ДКшке там. Внимание, разыгрывается ваншот от Роги. Где? Вон, подойди и где-то поближе и узнай его. Че? Только по тряпкам так может быть. Пустая и горькая победа. Поднимите меня, Грозрона. Вот это за правда. Утренька. Кто-то на мейн на танк ролит. Ты на оф, да? Ты не вижу. Я на оф. Номика фифс, наверное, на мейн. Нет, я новый. Сапа ханту пятая пати кидай. Ты ж танком идешь. Давай разберемся, Фивс идет танком и ролит на танк, а все остальные ролят на ОФВРК, об этом никто не писал. Будем честными. Рага написал ролл на ДД. Это Фивс. Ага, это Фивс. Ролли нов. Ты нов, да? Ну, тут, вот люди не писали, типа, потому что... Накинь, пожалуйста, у меня мейн. Дом не включен. Фифсю там, сколько, 10% за ним. Тогда Ваня. Ваня, числи. Фифсю, 10% за 3. Вроде трофей. Там 108. Дорог. Дайте пристрел. Лишь сплотившись, вы лопу. Из глубин ледяной короны наступаются. Плети. Да, запы. Рахмат. Теперь они такой бич. Белин левую. А, Фифс правую. Если тут шарящий хант есть, можете взять белую, нахулить на белина вначале, и потом взять черную и играть по правой, как все. Ваня. Все, все готовы? Давайте танки. Поближе к белой, чтобы взять сразу. Можно было быстро переключиться.
Пускай нас будет. Берем белую. Ненавижу, когда я кастую, вы дохнете в этот момент. Выбор упадет. Мультик трофей. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как достойные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет кому-то уход. Давайте пароль. Сложи ледяную скорбь, и я... Потеночки. Воздвигли целую империю под ледяным скола. Империю. Это ботинки, да? Бездумно построили свои. Да, все, что на ханта идет, я кидаю. Души твоих павших чемпионов. В дивизии был с духом стаи. Духом гадюки. Приселочка тут спекайся в танка. Пустим Белин слева, потанчит веселочка справа. Фифс на боссе. Каску обновите, МП5. По шману. А на боссе? Рекламните. Много рибафните, он падал сейчас. И вар, по-моему, тоже нет. Взял луни. Готовы? Пуляй. Это место станет вашей могилой. Веселочка, если что, готовься ловить с этим с Белина на третьей фазе мобов. Он может зависнуть. Давайте массы под боссом. Беги в эту. Ну, уже.
Кидают в пати всегда сверху вниз магенько. Вверху вниз, а нижний кидает первым, кто в пати. Этих мобов от босса убьем, потом переведем. Сыграйте по мобам специально массу. Приедет еще один стоит. Держите танков и подхиливайте тех, у кого дебаф. Мобы вышли, как ловить. Мобы на хилах. Я завис. Бесеночка. Попробуй всех на обзор. Давай к перенсаку. Сейчас, мимо. Да. Угу. Шкетти сейчас. Давай теперь веселочка сак. Это когда он хитрит? Рецепт. У нас 4 танка. Вон 97. Переройте веселочка и полар риджин. Казараги у меня 98. А, там 98, да? Казараги, да. Да нет. Нет. Там меньше было.